Туреччина евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де лютують лісові пожежі, які вже загрожують готелям та оселям. За інформацією місцевих ЗМІ, щоб захистити відпочивальників, використовують судна берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти. На зв'язку має бути з нами українець Олег Корбандалас, а також Олена Зуєва. Зараз я хочу вам розказати про те, що українець Олег Корбандалас, який зараз знаходиться у Туреччині, написав про масштабну пожежу на своїй сторінці в Фейсбуці. Написав, що «Всім привіт із Турції, ось сейчас такое происходит, горит лес, самолети, вертольоти пытаються затушить. Смог стоїть от Мармариса до Алании, даже сонце буває не видно, в морі пепел літає». На зв'язку з нами Олена Зуєва, наша постійна експертка. Олена нам розкаже про те, що зараз відбувається в Туреччині і як, в якому зараз стані знаходяться наші українські туристи. Олена, доброго дня. Добрий день. Поширюється пожежа, трагічна така ситуація, дуже страждають люди, страждають тварини. Розкажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація і як зараз, чи евакуйовані наші українські туристи там? Ситуация с возгораниями в этом году в Турции вообще неординарная. Такое в Турции впервые. И связано это с тем, что кроме того, что природные факторы в виде высокой температуры и большого ветра сочетаются с террористическими актами. Ответственность за поджоги взяла одна из террористических организаций. К сожалению, страдает и туристический сектор. Но следует сразу же заметить и подчеркнуть, что туристы все находятся в безопасности. У некоторых туристов действительно есть в некоторых районах ощущение дискомфорта, так как затянуто периодически небо дымом. Были ситуации, когда было сложно дышать. Тогда началась массовая эвакуация, всех туристов переселили в спокойные районы. Да, это имеет место, к сожалению, ситуация продолжается, и она не закончилась одним днем, как мы ожидали, что это какой-то природный пожар. На данный момент возгорания, которые нас больше всего беспокоят, располагаются в Манавгате. Периодически возгораются места, локации в Бодруме. Но их быстро там локализуют. Вот уже несколько раз было такое. Быстро, в течение буквально часа-полтора, Бодрум локализует эти возгорания. И самая сложная, на мой взгляд, ситуация, больше всего видео показывают всегда из Мармариса, регион Ичмелер. Но это можно объяснить, почему там хуже всего ситуация, потому что там со всех... Вот курортная зона Ичмелер — это как низина, окруженная... лесом, и леса вплотную подходят к отелям. И, конечно же, на данный момент в этот регион не заселяют туристов, все заселяются в аналогичные по звездности отели, но не в Ичмелер. Ну, в общем, в общей сложности в Турции порядка 90 возгораний. И я вчера читала турецкую прессу, порядка 80 возгораний локализуется в течение там, часа-полутора. Но есть проблемные места, потому что очень большая высокая температура, 42 градуса сейчас в Турции, и очень сухой воздух. Сложная ситуация. Олена, кажут, что есть загибли. Что вы про это знаете? Среди местных жителей есть пострадавшие, потому что, конечно же, в лесной зоне, и если говорить о регионе Мармарис и вот этот Ичмелер, там получается отельная зона, а там дальше есть же и местные жители, жилье. И когда эта стихия... Она, гости, допустим, наши гости отелей уходят в море, а местные жители пытаются спасти свое жилье. И, естественно, они больше подвержены опасности. Очень сложная ситуация. Но я хочу сказать о том, что на сегодняшний момент ситуация с пожарами усложнилась не только в Турции. Произошло вчера крупнейшее возгорание на Родосе, на греческом острове. К сожалению, вчера полыхала долина бабочек, это красивейшее место. И на сегодняшний момент там идет локализация пожара и стараются локализовать, но опять же природные условия не позволяют все это сделать оперативно. И сегодня произошло возгорание в Албании. Все это тоже причина высокая температура. То есть у Турции проблема такая масштабная еще и с террористическими актами,
подкрепленная температурой воздуха, но и другие зоны, в которых сейчас пожары. В общем, сложное у нас какое-то горячее лето. Скажіть, будь ласка, якщо зараз нас дивляться туристи, які зараз знаходяться в Туреччині, і вони ще не знають, куди звертатися, що робити, розкажіть, будь ласка, нам зараз в прямому ефірі, і потім ще інформацію можна буде знайти на наших соціальних мережах в Ютубі. Більш детально розкажіть, будь ласка, куди можна звертатися, що треба робити, мабуть, якісь там контакти, телефони. В случае возникновения опасности я рекомендовала и своим туристам, и сама поступала также, когда случались такие ситуации. Я прошу вас оперативно вернуться в номер, взять свои документы и ценные вещи и отправиться к береговой линии. Там вы будете получать уже информацию о представителе принимающих компаний, от представителей отеля. Ну, во всяком случае, все вот так именно по такому механизму происходило. То есть у вас должны быть с собой ваши ценные вещи в минимальном количестве и обязательно ваши документы. И вы должны находиться у воды. Далее происходила эвакуация. Контактировать можно с консульством Украины. Всегда вам приходит при пересечении границы страны, в которую вы прибыли, вам приходит информация на телефон в виде СМС. Либо обратите внимание, пожалуйста, на ваши памятки, которые всегда турагенты выдают в пакете документов. Там есть контактная информация. Вы можете связаться с представителями принимающей компании, вы можете с представителями власти контактировать, и далее вас координируют по дальнейшим действиям. Из того, что мы имеем, то, что было на прошлой неделе, проводилась эвакуация из крупных отелей, туристов увозили в безопасное место, локализовывали пожары. Хочу подчеркнуть, что практически все отели целы, пострадавших отелей практически нет. Локализуются пожары, и это все вне отелей. То есть туристы перепуганные, туристам зачастую страшно это все видеть. Туристам вот были несколько ситуаций, когда действительно был сильно задымлен воздух, и эвакуация именно по этой причине проводилась. Но я хочу сказать о том, что как только ситуация становится безопасной, вас вернут на ваше место проживания, в ваш отель. Но все контактные данные у вас уже сейчас, наверняка, если вы находитесь за границей, есть в телефоне. Обратите на это внимание и посмотрите еще раз информацию, которую вам выдают турагенты. Там есть все контакты. Ни один турист не остается брошенный и дезинформированный. Всем предоставляется информация и порядок действий принимающими компаниями. Ну, я вот, например, точно была на связи с нашими туристами, у которых была такая ситуация. Помочь физически мы не можем, но предоставить информацию о рейсах, о задержках, о переносах, каких-либо моментах, о трансферах. Все это координируйте, связывайте со своими агентами, и все будет в порядке. Ситуацию локализуют. Турция очень масштабно этим занимается, и я надеюсь, что в ближайшие дни уже все стабилизируется. Дуже вам дякую, Олено, за поради корисні. На зв'язку з нами була Олена Зуєва, директорка турагенції «Дамакс». Спілкувалися про пожежі в Туреччині. Олена нам розказала про деталі пожежі, а також поділилася з нами важливою інформацією. Нагадаю, що у Туреччині через пожежі евакуюють туристів. Влада каже про диверсію. За інформацією місцевих ЗМІ, щоб захистити відпочивальників, використовують судна берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти. У курортному місті Бодрум евакуювали 3 п'ятизіркові готелі. Пожежі, які тривають середи, забрали життя 6 людей. Загалом йшлося про майже сотню окремих пожеж поблизу курортів та селищ на узбережжі Середземного та Егейського морів. Також є пожежі в Греції, на заході грецького півострова Пелопонес. В суботу спалахнула сильна пожежа, через яку вже евакуювали кілька сіл. Близько 100 пожежників залучили до гасіння вогню в районі Ахая, яким допомагали 5 пожежних машин і 2 вертольоти. Також було передано екстрене оповіщення жителям, які перебувають у вогнища пожежі, із закликом терміново евакуюватися. Нагадаємо, що турецька влада евакуювала туристів з пляжі на південному заході країни, де вирують масштабні лісові пожежі, які загрожують готелям та будинкам місцевих жителів.